Каждый день он будет испытывать нас, пойти в гору или падать вниз. И часто мы попадаем в ловушки. Покури, и будет тебе удовольствие. Выпей, и будет тебе весело. Отомсти, и будет тебе удовлетворение. Но история, да и опыт, и жизненный опыт, который у нас есть, показывает, что ничего такого за этим не стоит. После этого будет только пусто, плохо, безжизненно. Думаешь, ты идешь в гору, а на самом деле ты стремительно падаешь вниз. И понимаешь, что попался на крючок только тогда, когда оказался на самом дне. Бывали в моей жизни такие моменты, когда даже любой человек, бездомный, находящийся на улице, был богаче меня. Когда после каких-то веселых компаний было настолько мрачно и пусто, что не хотелось бы даже забыть навсегда, что там происходило. 25 лет я оказался в сложном периоде жизненного и духовного поиска, и в это время я повстречался с капуэрой. Это бразильское боевое искусство настолько захватило меня, что без тренера в Вологде я начал изучать его, посещать семинары. Сейчас мне 36 лет, я сам продолжаю тренироваться, и это невероятное ощущение, что того, что я нашел себя, дает мне силы вставать по утрам. У нас есть прекрасные ученики, и капуэра, и люди в капуэре – это моя вторая семья. Здесь нет плохих людей. На тренировках встречаются предприниматели с простыми рабочими, дети и взрослые, мужчины и женщины, парни и девушки. Здесь ты не можешь вести разрушительный, нездоровый образ жизни, быть грубым, ругаться матом. Это тот мир, в котором можно отдохнуть от повседневных забот, развить свое тело, обрести друзей, научиться новому, познать себя в конце концов. Сейчас это мой выбор. И за 11 лет, что я по нему иду, я все больше убеждаюсь, что я на правильном пути. Если вы напишите мне, найдете меня в интернете и напишите мне ВКонтакте, то я вам подарю 2 недели бесплатных занятий, чтобы вы могли попробовать все то, о чем я говорю. Я занимаюсь спортом уже 5 лет, с 2015 года. Но я не всегда был спортсменом. Было время, когда мое поведение было далеко от того, как должен вести себя спортсмен. Я нарушал режим, прямо скажем, выпивал, курил. Особенно это было студенческое время, когда было это распространено. Но потом, когда я стал заниматься спортом, я понял, что это путь в никуда. Нет смысла заниматься спортом и при этом портить свое здоровье. Алкоголь, наркотики, курение – все это не помогает, скорее мешает вашим спортивным достижениям. Примерно в то же время я начал вести свой бизнес. Сейчас я занимаюсь строительством. Ну и на этом поприще достиг тоже довольно-таки больших высот, которых бы я точно не достиг, если бы я продолжил употреблять спиртные напитки. Победа над своими слабостями станет вашей первой победой. И первой победой на пути к великим достижениям. Как в спорте, так и в жизни. Сейчас я женатый человек, у меня успешный бизнес и команда, которая участвует в чемпионате России, которую я создал, которую веду за собой. Я проживал в неблагополучной семье. Отца не стало, когда мне было 3. Мать не выдержала этого и стала пить, злоупотреблять. Учился в 5-й школе в городе Череповце. В свободное время я люблю играть в компьютерные игры. Ну, у меня не было компьютера, поскольку родители мало зарабатывали. Ну, в основном мы сидели у друзей и играли в игры. Когда мне было 11 лет, я украл телефон у врача в больнице, который лежал. Тогда все благополучно для меня закончилось. Телефон нашли,
врач решила не заявлять в полицию. Вот. Ну, я думаю, что совершил это, потому что все на тот момент были телефоны, у меня не было. То есть, ну, как-то хотелось выделиться между сверстниками. В основном мы воровали из магазинов продуктов, там, Пятерочек, Магнитов, продукты, алкоголь, кофе, сигареты. То есть, ну, что-то мы потом продавали, что-то, соответственно, употребляли сами. Цели не было как таковой, ну, как так получилось. Я даже не могу это объяснить. В 16 лет я украл из магазина дорогой коньяк. Приехали сотрудники полиции. Я узнал, что я в розыске, но мне еще несколько дел. Также за кражу продуктов. Я бы никогда не стал воровать. Я скорее устроился бы грузчиком или стал бы раздавать листовки. Я планирую учиться. Колония получил 9 классов образования. Я планирую выйти и поступить на менеджера. Я хотел бы сказать, что не стоит это того, чтобы что-то украсть, а потом сидеть. За каждое действие придется отвечать. Это того не стоит. Как бы что-то украсть, чтобы потом 2-3 года провести в колонии, это того не стоит.